Вот уж действительно, если вместе, если дружно, дело движется вперед. Примером такого творческого союза является сотрудничество врачей первой городской стоматологической поликлиники и преподавателей Омского государственного медицинского университета. Знания и практика, опыт и новейшие достижения современной стоматологии. Все соединено для оказания квалифицированной помощи пациентам. Острая зубная боль, знакомая большинству из нас, заставляет чуть ли не бегом бежать к стоматологу. Но хроническая, временами то возникающая, то стихающая боль еще коварнее. Она постепенно, исподволь, приводит к разрушению зуба. Беречь зубы стоматологи учат нас с самого детства. Но если за ребенка в детском возрасте отвечают родители, то взрослый человек отвечает за себя сам. Из-за собственных предрассудков или лени не всегда удается сохранить целыми свои зубы. И тогда требуется восполнение зубного ряда. Зубопротезирование сегодня один из наиболее распространенных видов стоматологической помощи. Уже традиционно апробацию всех новинок медицинской индустрии проводят сотрудники первой городской стоматологической поликлиники. Можем предложить эстетическое протезирование. Это протезирование металлокерамикой, металлопластмассой. А протезирование на имплантатах и на основе из диоксида циркония. Все виды съемного протезирования, дюгельные протезы на кумирах, на телескопических коронках, на замковых креплениях. Также съемные пластиночные протезы и протезирование лиц с полным отсутствием зубов. Еще один метод, который освоили и успешно используют в первой городской стоматологии – современный метод протезирования без депульпации зубов. Здесь успешно трудятся профессоры, доценты, доктора и кандидаты медицинских наук. Врачи поликлиники работают в тесном сотрудничестве с Омским государственным медицинским университетом. Именно в первой городской базируются три кафедры, среди которых и кафедра ортопедической стоматологии. Существенно облегчает работу врачей нашего отделения. Так как бывают сложные ситуации, и мы работаем в тесном сотрудничестве с кафедрой, с профессорско-преподавательским составом, которые помогают нам в консультативной помощи. В этом году отделение ортопедической стоматологии празднует 35-летний юбилей, к которому врачи подошли с достойными результатами. Впереди новые победы и решение сложнейших задач во благо здоровья и красивых улыбок пациентов.